Экономические и экологические факторы теперь влияют на цену недвижимости. С сегодняшнего дня вступила в силу новая методика определения кадастровой стоимости. Теперь при оценке будут учитывать износ здания, экономические и экологические факторы региона. На цену будет влиять и историческая ценность сооружения. Особый акцент в методике сделан на оценку земельных участков. Ее будут проводить без учета того, что растет на этом самом участке.